Всем привет, бандиты! С вами Осич, это мое новое видео на канале. И с вами мы сегодня разберем новый раздел Герои. Да, вышли после Доти Герои. И давайте быстренько приступим и вам расскажу, что. В основном нас встречает абонемент героев. Мы с вами получим Гомеза, пройдя все испытания, причем только задонатив. Не задонатив, мы получим с вами, ну, какие-то беспонтовые наградки. Одного дудука в подарок и, в принципе, все. Давайте дальше с вами проходим основное, смотрим, что у нас с вами есть в основном. Встречают нас такие разные прикольные карточки в суперкостюмах игроков. Далее мы видим, что у нас вообще есть в героях. Дальше мы видим, что мы можем получать тут какие-то определенные награды. Пройдя это раздел мотор, получим лямчик монет. Пройдя проводник, это третий раздел, мы с вами получим маскирана и два дудука. И пламя и лед, мы получим с вами шанс выловить какого-то крутого игрока. Следующая у нас с вами операция героя. Всего у нас будет эта миссия 35 дней. А значит, с вами за 35 дней мы получим 35 бесплатных наборов каждый день, где игрока можно выловить от 70 до 88 рейтинга. Это раз. Два. У нас будет с вами каждый день мы с вами сможем в этом разделе Академии Героев получить 100 билетов героев. А соответственно, за 35 дней мы получим с вами 3500 все-таки билетов героев. Да. Дальше. Пройдем с вами дальше. Также, соответственно, мы можем с вами посмотреть рекламку и получить еще дополнительно 350 билетиков. Ну, это как душа вам ляжет. Также мы можем покупать билеты героев. Ну, не знаю, кто любит донатить фифу, покупая билеты, можно их не покупать. И можем открывать наборчики. Давайте с вами как раз первый же наборчик откроем, потратим 100. Ну, не ожидал такого плохого игрока. Еще откроем. Пофиг на этом аккаунте, пока можем открывать. Депай Мемфис. И больше, в принципе, не можем. Также мы видим карточки героев, которые нам выпадают. Мостовой видим, дело с 3-го рейтинга. Российский игрок. Остальные пока не обновились. Тут же мы можем получать награды за выполнение каких-то определенных миссий. То есть за 25 операций, за 10, за 50 на выбор. Я думаю, кого-нибудь крутого мы тут с вами бесплатно довыцепим, не требуя никаких донатов. Перейдем с вами в раздел «Мотор». Тут мы с вами можем Рамироса получить, выполняя ежедневные испытания. То есть ежедневно мы с вами, выполняя этот раздел, получаем с вами 58 вот этих колбочек энергетика. Назовем их так, не знаю, как точно они называются, не смотрел, а можем посмотреть. Мотор, жетон мотор. Вот, с вами получим 58, а выходные дни, что через 2 дня, мы с вами получим 116. Для того, чтобы полностью пройти вот эту всю ветку и получить уже на выбор Рамироса, Маскирана, 97-го или кого-то, ну, 90-го или 97-го на выбор, конечно, Роналду не выпадет, мы это знаем. Вот. Чтобы пройти эту всю ветку, нам нужно 645 жетонов мотор. То есть вот прям всю эту веточку. Есть одно но прикольное. Как раз таки, чтобы проходить дальше этот раздел, я так понимаю, нужно смотреть рекламу. Потому что иначе ты никак не проскочишь этот раздел. А видео, как смотреть рекламу, у меня есть на канале. Можете посмотреть его. Сейчас появится, скорее всего, вкладочка. А также можете полистать вниз. Раньше видео 2-3 я снимал как раз, как смотреть рекламу в FK Mobile. Остальные разделы мы пока с вами не знаем. Можем зайти в магазин. У нас, кстати, теперь анимированное меню сделано под героев. То есть они каждые 20 секунд меняются. Вот. А также они поменяли на менюшку. То есть мы с вами видим, вот что мы можем с вами получить. Донать, ну не донать, а за кристаллики. Либо, соответственно, за FIFA Points. Перейдем с вами в раздел квесты. Я думаю, там тоже все обновилось. Вот, выполняя ежедневные всякие квесты, мы получаем с вами... Это ежедневные, получается, есть недельные, как в предыдущих Тоте. И также есть у нас квесты героев на весь челлендж, который у нас с вами будет в течение 35 дней. Тут мы с вами получим 500, 600, 700. Тут с вами получим 1000, 1000 еще. Итого у нас будет с вами 4500 билетов героев. Вот, такой вот краткий обзор. Открыл наборчик, к сожалению, никто не выпал. С вами был Осич. Подписывайтесь на телеграм-канал, там розыгрыш 4 телеграм-премиумов. Также на YouTube канал. Всех обнял, поднял. До новых видео.